Шаиты, кришнаиты, они все невменяемые, даже даоситы какие-то, которые тоже, это не важно, да? То есть, ну да, типа, ну это имел в виду. Да, критерий, добром отдать, так и никому бабки не нужны, нужен труд твой. Денег, ну он просит, да пошел нахер, ненавистный, ты урод, ты ненормальная мразь, блин. Деньги не нужны людям, понимаешь? Нужно то, что за деньги делают, какие-то услуги, что-то, чего не, ну да, то есть какой-то труд, наверное, какие-то продукты труда или что-то типа того. Скорее всего, продукты труда, даже слова это и есть тоже продукты определенные. Да, то есть это же не просто так, короче. Нет, так это ж легко. Это видео сняла на скрытую камеру журналист из Санкт-Петербурга Дарья Барновская. Она внедрилась в секту и провела в ней почти полгода. А если этого нету, так может, давай еще что-нибудь добавим, то еще что-нибудь, вот и все, да. Начиналось с милых тренингов по магическому привлечению денег. Их сотрудников заставляли разбрасывать тысячу. Вот теперь уже реальный разговор. И как эту жизнь прожить теперь хорошо? Да, вот и все, понимаешь, да. Вот так, прикинь, как, ну вот какой ужас, как далеко от реальности ты живешь, находишься, да. Режиссеры втягивали в свои сети беззащитных зрителей, своих будущих жертв. Ну да. Ну, на все, ну, да, дальше все было намного проще. Сотрудников заставляли часами смотреть. Поймешь, короче, просто я тебе говорю, просто я же не на вас, что вы все уроды. Что тут может быть, не понимаю, что может быть проще? Самое главное, завлекать бизнесменов. Нормальный урод, ну да. Ну наоборот, да. Как любят выражаться мошенники, развел коммерсантов. Ну потому что вы, да. Как вы любите ложь, может, так сказать? То чего не делать? Да. Да. Ну вот распутывай. Вся. Да. Первый этап вовлечения бизнесменов в саентологию – это собеседование с использованием электропсихометра, шарлатанского прибора, отдаленно напоминающего детектор лжи. Изобретенный. Но поэтому ничего не будет настоящего. Да. Поэтому люди живут в популяции. Всякие гуманные, всякие увлажненки, вот они там говорят. Ой, человечество, мы такие хорошие, добрые, мы такие злые. Это мы такие, люди такие хорошие, но такие плохие, да, и что-то типа того. Поэтому так будет, ну или наоборот. Да, понимаю, это не важно. То есть, и говорить не о чем, потому что все невменяемые просто, понимаешь? Все просто мрази, короче, да, и наоборот. Не касается. Да, то есть это, да. Это можно вообще себя не слушать, надо просто, да, то есть. И даже обучать практически ничему не надо, понимаешь? Да, дорогой ценой, говорит, жизнь научится, успех, говорит, да, ценил себя, да, понял, ну да, понимаешь, ну а как, ну смотри, ты, вот, да, то есть, если ты не будешь играть музыку вообще, тогда тебе все это не надо, ее просто играть, вообще, да, если ты будешь учиться, надо учиться у того, что уже до тебя существовало. Да, ну типа того. Обогащать себя то неизвестно, да. Что-то неизвестное, которое тебе понадобится, то, что будет новое. И то, что тебе в твоей жизни даст тебе те или микроэлементы. Какие-то микроэлементы, ладно. Которых у тебя не было. Когда, и которые так-то бы никогда не получил. Ну да. Ну, понял тебя уже, наоборот, только да. Ничего страшного, найдешь себя, значит, по-своему. Меня это не касается, но ну, ничего тогда нет, да. Скорее всего, все придет, да, мне не касается, надоел уже сумасшедший. В неделю они собирали 4 миллиона спокойно, и своих адептов они пытаются выжимать все соки финансово. Vale.
Александр Бугаря, бывший гендиректор подмосковной строительной компании «Стройпромет». Ныне безработный, начинал в успешной фирме, которая возвела тысячи зданий по всей стране. 200 сотрудников, я всех подвел. Перспективные сделки. Все рухнуло, когда... схему, по которой мы должны были все работать. Я снят с должности. Все деньги бизнесмен Павел Бабанин тратил на зарплату саентологам и на тренинги за рубежом. В итоге разорился. Я думаю, что его после того, как его выдают полностью, его просто выкинут на помойку. Вот и все. Авиастроитель Евгений Жаркин уверен, что еще больше получить. А получается так, что он потихонечку спускает,
остается разбитый автомат. Ярославля, Амурской области. Все они выполняли государственные оборонные заказы. До того, как стать фигурантом уголовного дела, коммерсант частенько появлялся на телеэкранах. Залогом своего успеха 99% того, что вы знаете об общении с женщинами, это... Американцы в истерике. Маневр РФ вдохновил мир на массовую эвакуацию золота из США. Несколько мировых держав обратились к Вашингтону с просьбой вернуть им переданное на хранение Соединенным Штатам золото. В настоящее время мировая экономика вступила в один из наиболее сложных периодов всей своей истории. Из-за спровоцированного пандемией коронавируса кризиса ряд стран столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Для того, чтобы разрешить их, власти некоторых государств стали активно скупать золото, считающиеся сегодня наиболее привлекательным объектом для инвестиций. Кроме того, несколько держав уже обратились к американскому руководству с просьбой вернуть находящиеся у него на хранение запасы драгоценного металла. Об этом пишет китайское издание «Санпа», перевод статьи которого сделано в России. Золото, хранящееся в хранилище Федерального резервного банка США, стало горячей темой. Сразу несколько стран заинтересованы в репатриации этих активов. Однако сделать это оказалось не так-то просто, пишут журналисты из КНР. Судя по всему, страны пришли к пониманию того, что столь важный стратегический ресурс должен храниться на собственной территории. Повлиял на такое решение и золотой маневр Центробанка России, на протяжении последних нескольких лет тоннами скупавшего драгоценный металл. На сегодняшний день эти запасы Москва держит при себе, не доверяя хранение другим сторонам. Как отмечают в РФ, только таким образом можно гарантировать безопасность золота. На Западе стали соглашаться с такой позицией, а потому и начали вести подготовку массовой эвакуации металла из США. Стоит отметить, что с начала апреля Россия прекратила скупать золото. О причинах такого решения ранее говорил экономист China National Gold Group Corporation Ван Чеш. Главный экономист China National Gold Group Corporation Ван Чеш, комментируя решение российских властей прекратить инвестировать в золото, заявил, что оно соответствует маркетинговой логике. Россия по праву считается одним из наиболее крупных покупателей золота в мире. Согласно официальной информации, на начало марта Москва располагала запасом в 2300 тонн драгоценного металла, оцениваемого почти в 120 миллиардов долларов. Что касается валютных резервов, то доля золота в них составляет 21,2%, что является весьма высоким показателем. Однако на днях ЦБ РФ заявил о прекращении скупки драгметалла на внутреннем рынке с 1 апреля. Китайский аналитик видит в таком решении российского руководства две причины, пишут и НОСМИ.
На текущий момент стоимость золота достигла очень высокого уровня. В связи с этим отказ Москвы инвестировать в него средства видится совершенно логичным. С другой стороны, отмечает Ван Чеш, объем золотого резерва РФ сегодня достиг такого размера, что потребности в его увеличении нет. В то же время нынешние цены на нефть не позволяют России тратить деньги на покупку драгоценного металла. Западные специалисты также обратили внимание на совершенный властями РФ золотой разворот, в рамках которого она начнет продавать на внешнем рынке накопленные запасы. Отмечается и то, что Москва выбрала идеальный момент для запуска этого процесса, поскольку пандемия коронавируса довольно сильно увеличила популярность драгметалла. Иностранные СМИ обратили внимание на золотой разворот России и его влияние на развитие ситуации в мировой экономике. Заявление Банка России о прекращении с 1 апреля 2020 года закупок золота на внутреннем рынке вызвало интерес даже в иностранных СМИ. Подтверждение тому можно найти в переведенной сетевым изданием «Полит России» статьи информационного портала «Crypto Potato». Так, источникам было обращено внимание на то, что благодаря выверенной экономической политике за последние годы российские власти смогли обеспечить стране долю золота в международных резервах ЦБ РФ в 21%. При этом указывается на то, что по оценкам аналитиков, подобный уровень золотых запасов можно считать невероятно высоким, особенно в сравнении с центральными банками других стран. Однако нынешний золотой разворот способен превратиться в мощный инструмент России для влияния на международные экономические процессы. Сейчас Москва, решив продавать накопленный металл, заставит множество стран, как отмечает издание, выстроиться в очередь. Крупные покупатели из Лондона, Индии, Турции и Сингапура уже выразили заинтересованность в покупке российского золота. Сообщается в переводе российского издания. Резюмируя ситуацию, источником было отмечено, что российская сторона выбрала идеальный момент для осуществления своего золотого разворота. При этом указывается на то, что финансисты Bullion Vault уже успели сравнить нынешний ажиотаж с мировым кризисом 2009 года. В итоге инвесторы вновь увидели в золоте спасение от рыночного хаоса. Популярность золота увеличивается еще из-за паники по поводу распространения коронавируса, что заставляет еще больше людей искать спасение от рисков в драгоценных металлах. На Западе признали грамотный ход РФ с золотом. Американский финансовый аналитик Макс Кайзер и инвестор из Австрии Лоуренс Липпард считают, что Россия и Китай очень близки к тому, чтобы мир вновь вернулся к золотому стандарту. Текущая ситуация такова, что небывалую ранее популярность среди государств Запада набирает тренд по запуску печатного станка. В надежде выправить свое экономическое и финансовое положение, ряд стран практически бесконтрольно производят новые и ничем не подкрепленные банкноты. Такое положение дел рано или поздно приведет к неутешительным последствиям для таких правительств, заявили эксперты в беседе с корреспондентом англоязычной версии RT, добавив, что на их фоне очень выгодно выделяется РФ. Россия на самом деле находится в очень-очень хорошем положении. У нее крайне низкий долг, у нее нет большого дефицита. Также страна может рассчитывать на большое количество природных ресурсов, приводит перевод слов Липпарда «Полит России». Инвестор допустил, что в случае глобального экономического обрушения именно РФ и Китай станут первыми государством, национальные валюты которых получат поддержку золотом. И подобный расклад эксперта ничуть не удивляет, поскольку обе страны приложили массу усилий для того, чтобы их резервы были обеспечены драгметаллом. Эти две страны долго играли в валютные игры и выиграют в результате всего этого, добавил финансист. Кроме того, Липпард и Кайзер считают, что процесс краха фиатных, необеспеченных золотом или другими драгоценными металлами денег уже запущен. В связи с этим для восстановления экономической системы в ход будут пущены тоже золото, производственные активы и собственность. И у России при таком раскладе есть отличная возможность сыграть на возвращение мира к золотому стандарту. Ранее экономист Дмитрий Адамидов объяснил, почему Запад больше не смеется над Россией и Китаем, сделавшими ставку на золото еще несколько лет назад.
У вас товарный бизнес, и вы все еще не продаете на Wildberries 20 тысяч продаж в секунду, и вы это упускаете? Меня зовут Юлия Назаркова, у меня собственная торговая марка и производство головных уборов, которые я реализую на Wildberries с оборотом более 10 миллионов рублей за последние 6 месяцев. Приходите на мой бесплатный мастер-класс и получите пошаговый план запуска бизнеса на Wildberries. Подойдет даже начинающим предпринимателям, у которых нет товара, но есть желание зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. Я расскажу, как анализировать и выбирать товар, который будет 100% продаваться с высокой маржинальностью и накруткой. Расскажу, почему стоит начинать с ИП, а не с самозанятого, и как не попасть на штрафы. Обязательно поделюсь фишками, как продвигать товар в 2021 году, и причем здесь создание дефицита. Начать бизнес на Wildberries можно даже с 10 тысяч рублей. А у меня был один проект, где мы начинали с 2,5 тысяч рублей. Интересно? Тогда нажимайте «Записаться» и получите в подарок бонус. Топ-20 продаваемых товаров на Wildberries прямо сейчас. До встречи на мастер-классе! Что же случилось? Кто виноват? А знаете ли вы, что мозг начинает стареть уже в 25 лет? Если сейчас вы забываете слова, что будет 50 или 70? Чувствуете, что уже с легкостью не можете освоить ничего, хотя в вузе, в школе вы любили учиться? Что же случилось? Кто виноват? Вы не одиноки. Эти проблемы существуют большинству людей в мире. Но не все знают, что есть специальные техники по тренировке памяти, концентрации внимания, повышению уровня энергии. Мы в центре Advanced знаем. Андрей Викторович, добрый вечер. Я очень рад вас видеть. Прошел год после нашего крайнего интервью. И вы знаете, удивительные результаты. Только у меня на YouTube-канале более 10 миллионов просмотров, плюс еще ваш YouTube-канал. А скажите, пожалуйста, в чем секрет такой популярности вашего интервью? Не мне судить, нам не дано предугадать. Я тебя, видите, добрый вечер, девочка. Но не нам судить, как наше слово отзовется. Просто, очевидно, мы с тобой стали говорить о том, что люди понимали и без нас, и им просто кому-то не хватало каких-то четких и ясных формулировок. Самая главная формулировка – это ощущение, что Путин, наконец, понимать стал, что он живет в незнакомой стране. И до конца он того не осознает, но он уходит на глазах. Вот этот процесс финала, он очень мучителен для всех, потому что к этому никто не готов. Из таких организаций, как у него, заметь, я избегаю разных всяких неприличных слов, я говорю организацию, ту организацию, которую он создал, и по понятиям, и без понятий, из таких организаций не уходят их лидеры, главари. Но ему придется уйти. Он к этому не готов. Но ты был прав, называя Мишустина единственным преемником. Никого больше сегодня нет и уже не будет. А он уходит. Уходит, сам того до конца не понимая. Так мне кажется. И сколько времени вы отпускаете Путину на то, чтобы он ушел? Он уже уходит, а решение окончательно, ну, оно зависит от разных вещей. Кто знал, что в Казахстане будет так, как оно произошло? Да. Никто не знал. Эти события поразили Путина. У нас есть сведения, что там с 3 января Патрушев находился в Казахстане, но это все слухи. Россия, к сожалению, сегодня питает слухи, потому что правда пробивается с большим трудом. Но эта история казахская его поразила. Он был готов ко всему, поэтому туда пошли не Росгвардия поехали, а поехали спецназ десантных войск. Угу. Вот это такие же дивизии, точно такие же, какие входили в Баку в январе 90-го года, только там была дивизия Лебедя. Здесь дивизии тоже десантные, плюс еще спецназ. Путин был готов ко всему, и все, Горбачёва всех называют словаками, но когда он понял, что Токаев просто решил свои проблемы, и то, что мы видели на днях появления Назарбаева, который не мыльный пузырь, человек построил новую страну, построил страну, великолепный город, и который вчера вышел только лишь для одного, чтобы сказать: «Я больше никто, я пенсионер, отпустите меня отдохнуть»,
Причем пленка его была изрезана на куски, и мы это видели, монтаж. Это страшно. Операция «Преемник», понял вчера Путин, провалилась полностью. У него с Медведевым провалилась история, тебе, Пугачев, в интервью, за которое я тебе просто говорю всякие высокие слова, потому что такие разговоры, как пятичасовой твой разговор по душам с Пугачевым, где он ни разу не наврал, он не все сказал. Это другое. Он ушел там в сторону от вопроса про Кабаеву. Но он не врал. Ему врать нет никакой нужды, Сергею Пугачеву. Такие разговоры меняют время. И на Путина это тоже произвело впечатление. Наша беседа. Вот, пострадал больше раз всех я от этого, потому что я договорился с Пугачевым на встречу. Вот, он был готов хоть на следующий день, но я не мог на следующий день, вот пока я изнемог, перешел в МОК, кто-то что-то ему сказал, он исчез просто со всех телефонов. Видимо, все-таки, ну, не напугали, но что-то такое сказали ему. А Путин посмотрел интервью с Пугачевым? Ну, ты же знаешь, что он смотрел, ты сам об этом говорил, он не просто его смотрел, сначала он прочитал дайджест, как мне рассказывают люди, но это все как проверить, может быть, это фейк. Но ему показалось, что его берегут, что ему администрация его не все говорит и не все кладет на стол. И он все смотрит большими фрагментами, которые ему сделали его охранники. У него есть ребята, которым он доверяет полностью. Он сейчас сегодня работает с интернетом. Более того, они же отвечают на телефоны под спецкой на которую всегда можно по двойке позвонить, этого телефона нет в красной книжке. Ну, можно там какой-нибудь Алеша или Петя, майор или полковник, или подполковник снимет трубку, то сказать, Владимир Владимирович, передайте, в Норильске катастрофа, там практически Чернобыль. Вот звонил такой-то, пока до него дойдет, там все к черту уйдет в Карское море, 21 тысяча тонн. Так и было с Потанином, просто Китай, я тебе рассказываю. Мы что будем из соцсетей теперь узнавать? Он через день собрал совещание, Родионова не собирался ехать, природонадзор, губернатор не собирался ехать в Норильск Потанину, какая-то жуткая, 21 тысяча тонн дерьма непонятного в сторону Карского моря идет, сжигая все. Министр природных ресурсов не собирался, никто не собирался. Потанин вообще в Германии сидел. Как важно в этой жизни дозвониться. Он проводит совещание, и на самолете на Норильске некуда госпожа Родионова срочно вылетает туда, в Норильск. Она еще не успела взлететь, как мы у нас на канале рассказали, сколько туда черной икры загрузили в этот самолетик. Какое шампанское, какое маэто, она любит розовое или не розовое. Она полетела туда, Родионова, в Норильск, на самолете Потанина. Это не коррупция, это не мафия, это даже не идиотизм, это все вместе. Это вот та Россия, которая выталкивает Путина, он наконец-то стал это понимать. У нас... У нас на канале появилась новая рубрика «Раз стрел». Вчера мы рассказали о том, как Скворцова в мае прошлого года обещала Путину вакцину на 13 лет. И не только от всех разновидностей ковида. Значит, понятия не имела ни про Дельту, ни про Омикрон. Еще и про Зика вакцина будет работать против Зика. И лихорадки Эбола, и Денге там, черт его, на 13 лет. Я вчера показал. Это огромный кусок. Вот набор лекарств, вот вакцина, вот слово «мир» прозвучало. И где он, этот мир? У нас самый разгар бит. Сергей Пугачев. Родился 4 февраля 1963 года в Костроме. В прошлом один из ближайших друзей Путина. Банкир, собственник Межпромбанка, международный инвестор, общественный деятель, политик, член Совета Федерации России, миллиардер, гражданин Франции, отец шестерых детей. Сергей Викторович, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. За окнами у нас Ницца, море, все красиво. А тем у меня очень много, и говорить придется, наверное, не всегда о красивом, но тем не менее мы начнем. С
Для того, чтобы наши зрители понимали, кто вы, я предлагаю начать с детства. Где вы родились? Я родился в Костроме, по недоразумению. Что это значит? Ну, просто так случилось, что отец отъехал на несколько дней, и мама поехала его навестить, и меня там родила. Но жили мы в Москве. То есть отец москвич? Нет, я не москвич, отец военный потомство. Вообще в роду у меня все военные. У меня ни одного гражданского, кроме меня, нет вообще. Среди тех, кого я знаю, там, не знаю, до 10-го колена. Отец военный, мама? Мама преподаватель музыки и литературы. Дочь военного, естественно, тоже. Оба погибли в 42-м году. Собственно, их дед прошел и Первую мировую войну. Собственно, был офицером. Вот, все военные. Что вы окончили? Я учился в нескольких вузах. Финально я закончил институт методологии и знания в Москве. А, в принципе, до этого еще в том числе и в Ленинградском университете. То есть по профессии вы? По профессии я экономист. Ну так, финально получилось. В интернете? Это абсолютно не играет роли. В интернете гуляют документы Василеостровского районного суда Ленинграда, я сейчас процитирую, в которых говорится, что с 1984 года вы были объявлены в розыск за мошенничество, а спустя 2 года были приговорены к 3 годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества и обязательным привлечением к труду за мошенничество. Что из этого правда? Правда, что действительно у меня был контроль, который говорит, документы в интернете. Это абсолютно не играет роли. В интернете гуляют документы Василеостровского районного суда Ленинграда, я сейчас процитирую, в которых говорится, что с 1984 года вы были объявлены в розыск за мошенничество, а спустя 2 года были приговорены к 3 годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества и обязательным привлечением к труду за мошенничество. Что из этого правда? Правда, что действительно у меня был конфликт со спецслужбами. Конфликт не идеологический, не буду врать. Диссидентом я был. Вопрос, что вкладывают, какой смысл в это слово. Скажем так, что касается конкретного этого сюжета, занимался в тот момент, статья 88. Впоследствии, так как это практиковали спецслужбы, деньги не платил, возник конфликт на этой почве. После этого в лифте подбросили мне в интуристе. Работал я в Березке, в гостинице. В Москве? Нет, в Ленинграде. Я вообще жил в Ленинграде, и до этого в Москву приезжал так иногда. Вот. И, собственно, да, ну, после этого произошла какая-то странная история. Там один из начальников Василеостровского комитета госбезопасности, начальник управления или замначальник управления, был ранен на своей площадке на второй день после конфликта со мной. И после этого меня объявили в розыск, якобы вот я как-то участвовал в этом нападении, или кто-то участвовал по моему там, и так далее, я об этом не знал. Ну, впоследствии было несколько статей и так далее. То есть все тяжелые статьи отбили, но по 147-му залутные операции. Не 147-й, это мошенничество. А сюжет, который там был представлен, он не существует, природа не существует. Впоследствии был реабилитирован Московским Ленинградским областным судом. Был реабилитирован председателем Ленинградского областного суда, к которому в момент, когда меня осудили, я обращался с жалобами, и он мне отказал. Помните, как писали о тех, Полудников, кто погиб в 1937 году, незаконно репрессирован, посмертно реабилитирован. Да, его выбили при жизни. Да, это редкий случай в наше время. Но это вот просто важный момент, потому что в решении Ленинградского областного суда написано, что за отсутствием события преступления, то есть не было события преступления, и вообще не было преступления.
лечебный центр и зарабатывает от 1 миллиона рублей в месяц лично, продолжая заниматься своими делами. Если нет, пропустите это видео, оно просто заберет ваше время. Меня зовут Павел Фролов, и я основатель компании. So today we're going to talk about the three hidden causes of inflammation. Out of all the medications sold in the U.S. Insulin resistance. It means you've made way too much insulin and you've been doing it for too long. Let me teach you how to get rid of this nightmare for good. Insulin, that hormone that insulates, is required for life. And our privileged lives, filled with abundant food, makes it really easy to make too much insulin. There are three factors about your food that influence how much insulin you make. The type of food, the size of food, and the time of food. Number one, type of food. Here's the super secret. Every single morsel of food that you swallow stimulates insulin. Yep, that's the fact. Stop eating the food altogether and produce no insulin. Now before you go on hunger strike, do this. Sort your food into three categories: carbohydrates, protein, and fat. Of these three categories, the type of food that squeezes the most insulin out of your pancreas is carbohydrates. Yes, carbohydrates cause the fastest and most robust amount of production of insulin. Protein comes in second with a slower amount of insulin and not quite as high of a peak. Swallow fat, and your rise in insulin is the slowest and least abundant. Notice how long it took for those insulins to return to normal, 4 to 6 hours. And this was measuring insulin in healthy people. Insulin resistant patients take 3 to 4 times that. So if you're trying to produce less insulin, stop eating carbs, eat a sparse amount of protein, and eat mostly fat. Oh, that's the keto diet. Number two is the size of your food. Specifically, I'm talking about the diet. Sparse amount of protein, and eat mostly fat. Oh, that's the keto diet. Number two is the size of your food. Specifically, I'm talking about the particle sizes within your food. If you grind up your carbohydrates, protein, or fat, all of them stimulate insulin. In fact, this chart is from powdered carbs, powdered protein, and powdered fat. And these are the healthy patients. Pulverize your carbohydrates for the greatest production of insulin. What's a pulverized carb? Sugar, especially for powdered carbs. Patients with insulin resistance are already reducing this hormone. Those protein shakes are not doing any favors. If you crush or grind your protein into a powder and then blend it into a protein shake, you're going to stimulate your insulin as much as a handful of carbs. If you pulverize your fat, it will stimulate insulin. Foods made from coconut or almond flour, the label says that it's low carb, high fat, high protein, but your body will still produce the insulin. Chew your protein, chew your fat. You cannot chew your food into the tiny items found in a processed food. Number three, time your food. Our pineal detects the rise in the sun. It's hardwired into our existence. Sunrise signals our body to release stored glucose through our circadian rhythm. Circadian rhythm causes a bump in glucose every morning to give our body some fuel for the first moments of the day. If you're insulin resistant, keeps insulin and glucose high all night long, which makes the next day even harder. And that's where this cycle perpetuates, and this problem becomes. I encourage them to protect the dark hours of food. Leave time for your body to recover. Your timer will restart at sunrise. The more empty hours of night
restrict your eating by pulling all of the calories into the daylight hours. Then, advance restriction by sliding your meal closer to sunrise. If you're trying to reverse insulin resistance, stop making insulin. Eat mostly fat with a sprinkle of protein. Eat whole foods, not processed foods. Хотите себе создать дополнительный заработок от 50 до 150 тысяч рублей в месяц, не уходя со своей основной работы и не тратя более чем 2 часа в день? Если да, то у меня есть отличная новость. Вы можете всего за 1-2 месяца освоить новую, очень востребованную в наше время профессию. Это проектировщик загородных домов. Я Александр Косолов, основатель компании «Строй живи». Мы строим загородные дома в очень большом количестве. Ну а еще большим количеством мы их проектируем. И нам, так же, как и другим строительным компаниям, катастрофически не хватает проектировщиков. Сейчас просто небывалый спрос на проектирование загородных домов. И этот спрос, друзья, продлится еще несколько лет. Хотите заниматься интересным делом, при этом не обязательно уходить со своей основной работы и зарабатывать 150 или 150 тысяч рублей в месяц? Приходите на мой бесплатный мастер-класс, для этого нажимайте кнопку на экране и регистрируйтесь. На нем я расскажу, как всего за 2 месяца можно освоить профессию проектировщика. Hard act to follow. That was excellent. Thank you. I was actually going to start with something a little serious, which is to say, first of all, to say it's been wonderful talking to everybody in the breaks and getting to know you. And one of the things that people say to me often, wherever I go, is, "What? I'm so angry that there's this incredible lie. How do I live with this lie about everything that I've been told for so long?" And that is, of course, one of the things that how do you deal with that? I actually was going to call my book the Big Fat Lie, and then we thought, well, that's too aggressive. Let's call it the Big Fat Surprise. But no matter what you call it, surprise, misrepresentation, alt fact, in nutrition science, we've been living this for in this world. We've all been living this alt fact thing. This is nothing new. So I just want to look straight in the camera right now to the YouTube audience and say, thank you to the thousands of people who've come out here to hear me speak today. I really appreciate the huge crowd that I see before me. let's get down to the science now. So I'm going to talk about vegetable oil. Кобешка повторила рекорд по количеству участий в зимних играх. Для Пекштайн эта Олимпиада стала 8-й в карьере. Пекштайн является 5-кратной олимпийской чемпионкой, которой принадлежит олимпийский рекорд, который никто не может побить с 2002 года. Сегодня моя мечта стала реальностью. Сегодня я вошла в историю. Я первая женщина, кто принял участие в 8 Олимпиадах. Это настоящее безумие. С утра не могу поверить, что это правда. И честно, сегодня мне абсолютно все равно, насколько быстрое время я показала. Живу в Берлине. Ich wünsche den russischen Damen immer удачи. Воскресенье 6 февраля на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград. Все внимание российских болельщиков будет приковано к лыжным гонкам, где в борьбу за медали вступит главная звезда российской лыжной сборной Александр Большунов. Он выступит в скиатлоне на дистанции 30 километров. В этой дисциплине Большунов является действующим чемпионом мира. Александр Большунов, 25 лет, лыжные гонки. Родился в селе Подывоте Брянской области. На Олимпиаде второй раз. В Кёнчхане в 2018-м трижды завоевывал серебро в эстафете, спринте и в классике. Чемпион мира и двукратный победитель лыжной многодневки Тур де Ски.
Большунов – рекордсмен сборной России по числу личных побед и призовых мест на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. Является военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации, а за выступление на Олимпийских играх 2018 года награжден Орденом Дружбы. Ранним воскресным утром любители фигурного катания вряд ли будут спать. В 4:30 утра по московскому времени на телеканале «Россия-1» начнется трансляция короткой программы командных соревнований. От российской сборной на лед выйдет Камила Валиева, чемпионка Европы этого года. После трех коротких программ наша сборная идет на втором месте, 26 баллов, у США 28. Именно поэтому тренерский штаб бросает в бой сильнейшую на данный момент российскую фигуристку. Камила Валиева, 15 лет. Женское одиночное катание. Родилась в Казани, живет и тренируется в Москве в группе тренера Этери Тутберидзе. Проводит первый сезон на взрослом уровне. Стала чемпионом России, чемпионом Европы и победительницей этапов Гран-при. Одна из лучших фигуристок мира на сегодня. У букмекеров явный фаворит олимпийского турнира. Обладательница мировых рекордов в короткой программе, произвольной программе и по сумме двух программ. Своим героем называет тренера Этери Тутберидзе. А сразу после короткой программы в 6:50 утра по московскому времени произвольная программа у мужчин. В прыжках с трамплина сегодня все российские прыгуны прошли квалификацию на нормальном трамплине. Лучшим из наших стал Евгений Климов. Он показал 14-й результат. Также за нашу страну выступают Даниил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров. Медали мужчины разыграют завтра, 6 февраля, а на большом трамплине 12 февраля. Немного столичных новостей. На самом большом катке Москвы на ВДНХ прошел флешмоб в поддержку олимпийской сборной России. Все посетители могли поддержать российских олимпийцев, которые борются за медали на этих зимних играх. Участники вместе с известными спортсменами и олимпийскими чемпионами подняли белые, синие и красные листы и сложили их в российский флаг. Организатор специальной акции, официальный экипировщик олимпийской команды России, бренд «За спорт». Завершим наш выпуск с юмором. В Китае не только холодно, но и скользко. Швейцарский футболист на своей странице Instagram выложил видео, как он подскользнулся и скатился с горы. Правда, многие пользователи обвинили его в распространении фейк-ньюс. Мол, скатился он специально, чтобы набрать побольше лайков. Судите сами. Это был дневник Олимпиады. Продолжаем болеть за наших и до завтра. Повторяйте за мной. Нашел, оформил и купил. Нашел, оформил и купил? Вот и все. Три простых шага к покупке квартиры на онлайн-сервисе «Метр квадратный». Нашел, оформил и купил. Ваш метр квадратный. М-бару. Рассрочка плюс скидки. Так, смартфон Xiaomi со скидкой 3000 рублей. Эльдорадо. Юля! Юля, это тебя? Кто это? Россия. Берез, птица, прибой. Все чисто. Кристально чисто. Включай кристально чистый звук Волти по всей стране. Мегафон начинается с тебя.
мечтаете иметь свое новое классное жилье? Мы вас понимаем. Поэтому разыграем квартиры по 5 миллионов и призы на первый взнос на ипотеку в честь юбилея жилищной лотереи. Билеты можно купить даже на диване. Или на почте. Или в лотерейном киоске. Открой дверь в свою мечту. Виктор Хориняк, Аглая Тарасова, Максим Лагашкин, Юрий Кузнецов. Непослушник. Уже в кино. Возьми кредит наличными в банке «Уралсиб» по ставке всего от 5-9% годовых. «Магнит» заботится о вас и предлагает скидки на каждой полке. Бульмени «Горячая штучка» 84,90. Больше скидок в мобильном приложении «Магнит». Моторное масло «Такаяма» в непрерывном движении с полной отдачей. Так должен работать двигатель «Такаяма», чтобы двигатель работал по-японски. На Сбермегамаркет миллионы идей для подарков, которые вы можете купить со скидкой до 99% за бонусы от Сберспасибо. Например, смартфон или шуруповерт, триммер. А еще электрогриль Redmond всего за 6990 рублей. Сбермегамаркет. В эфире программа «Типичная Украина». С вами Кирилл Вышинский. Здоровеньки булы! Мы продолжаем рассказывать все самое интересное об Украине. И вот о чем поговорим сегодня. Сколько стоит газ для хаты? Считаем, сравниваем. Украинская экономика без российского газа. Невеселые перспективы. Факелы, портреты, лозунги. Отчего националисты так любят шествия? Отопительный сезон на Украине – это всегда масса вопросов. Какой тариф? Даст ли государство субсидию на отопление? Как посчитают потребленное тепло? По счетчику или без? Хватит ли запасов газа до весны? И так далее. Этот сезон особый. В 21-м на Украине с ужасом смотрели, как росли цены на газ на европейских биржах. Осенью они очень быстро поднялись до $1000 за 1000 кубометров, в декабре перевалили за 2000, в конце года резко спикировали вниз, опять к $1000. В январе 2022 цены по-прежнему плясали около $1000 за 1000 кубометров, чуть опускаясь и снова поднимаясь. В Европе за этими скачками тоже следили без энтузиазма, но все же не с таким напряжением, как на Украине. По оценкам экспертов, в Европе около 70% газовых контрактов долгосрочные. На них скачки цен не влияют. Украина же с 2015 года отказалась от долгосрочных контрактов на поставку российского газа и покупает его на свободном рынке. Страна добывает и свой газ, который дешевле импортного. Его вполне хватало бы на потребности населения. Украина импортирует голубое топливо в основном для нужд промышленности. Однако МВФ всегда настаивал, чтобы газ на Украине имел единую рыночную цену и для населения, и для заводов. Чтобы меньше был дефицит бюджета, чтобы все жили в рынке. В итоге резкий рост цены на голубое топливо для населения начался еще до отказа от российского газа осенью 2015-го. Если в мае 2014-го он стоил примерно 1 гривну за кубометр, то в мае 2015-го уже 3,5. А сколько же сегодня платят украинцы за газ? С 2015-го цена для населения стабильно росла, и в отопительный сезон 2018-19 годов она достигла пика – 8,5 гривен за кубометр. В этом году тарифы на газ для украинцев в разных областях страны остаются близкими к 8 гривнам за кубометр. 8 гривен за кубометр газа для отопления своих домов. Много это или мало? Давайте посчитаем. Правда, важно знать, украинцы платят не только за сам газ, но еще и за его доставку. В среднем это примерно 2 гривны за кубометр. А теперь считаем и сравниваем. Средняя цена газа по стране 8 гривен за кубометр. Плюс 2 гривны за доставку. Итого 10 гривен.
На момент записи нашей программы одна группа стоила 2 рубля 75 копеек. Итого, средняя цена кубометра газа для украинцев 27,5 рублей. Почти в 4 раза дороже, чем в Москве, в соседней с Украиной Ростовской области и в 4,5 раза, чем в Крыму. И это, как говорится, еще не предел. Но пока Украина заявила, что не сможет долго удерживать.